Вы смотрите новости. Казахстан первым среди стран СНГ 20 лет назад принял закон по борьбе с коррупцией и специальную госпрограмму. На научно-практической конференции был проанализирован накопленный опыт работы, достижения, актуальные вопросы. Главное достижение – общество начало понимать угрозу коррупции для будущего, необходимость объединения усилий в борьбе с этим явлением. Сегодня борьба с коррупцией направлена на предупреждение. К этой работе активно задействованы и партийцы, и народные избранники, и общественники, и молодежь. В филиалах партии проведено свыше 370 антикоррупционных мероприятий, общественные слушания, партийные собрания, семинары, круглые столы, встречи с молодежью. На них пропагандируется честный труд, высокие моральные принципы. Цель конференции – узнать, как работает антикоррупционный закон в регионах. Мы думаем, этот закон будет требовать совершенствования, изменений с учетом происходящих изменений, развития предпринимательства, роста гражданской ответственности.